thanks a lot for this 1 minute speech, because then and then so first of all, David, you have the floor. У нас в Запорожье организовывается одна из сессий проекта Интеррейл, мероприятие, в котором принимают участие 10-классники и 11-классники. Само мероприятие длится 3 дня. Первый день — это тимбилдинг, второй — это работа в комитете, третий день — это Генеральная Ассамблея. Все комитеты работали над написанием резолюций, и сегодня они их, можно сказать, представляют перед другими комитетами, и другие комитеты решают, принимать эту резолюцию или нет. Там у нас есть президент и вице-президент. Президент у нас из Испании, вице-президент из Франции. Каждый комитет работал над своим вопросом, то есть был комитет гендерного равенства, комитет, который занимался проблемами беженства, потом трудоустройство молодежи, и последний — это окружающей среды. Это просто хороший пример того, как оно происходит на самом деле. Но так как это у нас региональная сессия, потом можно податься на национальную сессию, и потом уже на национальную сессию выбираются лучшие делегаты, которых посылают на международные сессии. И уже резолюции этих сессий международных, они уже посылаются в Европейский парламент и на рассмотрение. И даже был такой случай, что пункты этих резолюций принимали. Мой вопрос – это проблема трудоустройства, что сейчас молодежь не в состоянии найти нормальную работу, выходя после школы или после института. Наш парламент как интерпретация небольшая масштабного парламента. И нам это помогло понять, насколько трудно вообще принять в мире какие-либо решения. И наш парламент показал, что эти проблемы возможно решить. То есть главное друг друга слушать, понимать и искать какой-то консенсус. Существует такой промежуток между молодежью и старшим поколением. Так как Украина — это очень молодая страна, и недавно произошла огромная перемена. Я считаю, что немножко времени пройдет, и этот промежуток исчезнет, но время лечит. Я знаю, что в Запорожье очень хороший потенциал, потому что у нас на самом деле очень много молодых людей, которые хорошо говорят на английском, которые очень заинтересованы вообще проблемами современного мира. Я так подумала, что очень хорошо было бы организовать сессию именно тут, потому что 100% будут люди заинтересованы, так и было. И в Запорожье подалось больше всего делегатов, и, честно говоря, я чувствую, что мотивация делегатов в Запорожье намного выше, чем в других городах.